Здравствуйте, меня зовут Андрей Курпатов. Ну, если вы меня уже знаете, то, скорее всего, знаете как доктора Курпатова, потому что именно так называлась моя телевизионная программа, которая шла на Первом канале. Я ее делал специально для того, чтобы популяризировать психотерапию. Кроме научных работ, монографий, я написал более 30 книг по популярной психологии. Они разошлись большим тиражом, больше 5 миллионов экземпляров, переведены на 8 языков, на китайский, шведский, даже на греческий. К сожалению, на английский пока нет. Я чувствую неловкость перед Британией и, собственно говоря, с этой целью должен приехать. Я приеду 23-25 ноября для того, чтобы прочитать две свои лекции в Лондоне из курса «Игры разума». Первая лекция, которая пройдет 23 ноября в Лондоне в Челси Олд Таун Холле в 7 часов вечера, и которая называется «Mind Palace. Чертоги разума. Как понять, чего мы хотим на самом деле?». И там мы затронем, возможно, самый главный вопрос в нашей жизни. Интересно, о чем вы сейчас подумали. На самом деле, вы этим вопросом вряд ли когда-либо задавались. Это вопрос о том, в каких отношениях находится наше сознание, вот личность, я, наше представление о себе, с нашим мозгом, тем биологическим субстратом в 1,5 килограмма веса, который находится внутри нашей черепной коробки. Я хочу рассказать о том, как мы можем воздействовать на эту часть своего мозга, что мы можем делать для того, чтобы менять и себя, и свои отношения с другими людьми, прибегая именно к этой внутренней работе. На самом деле это возможно. Собственно говоря, об этом я буду рассказывать 25 ноября в Лондоне, в Кингс-колледже, в 7 часов вечера. Это будет интересный, может быть, чуть-чуть сложный, но я уверен, крайне полезный и интересный разговор. Не могу вас на него не пригласить, очень буду ждать и до встречи!